Записывать собрался, тогда я спою сначала свою песню. Это как раз в память отца Серафима Роуза, которого ты, конечно, хорошо знаешь. Когда замрет снежок последний, и влас наступит тишина, прислушайся, теперь вселенной иная музыка слышна. Ее не встретить в партитуре, ни наяву, ни между строк. Она затишье среди бури, она как пятнышко лазури, чуть тронутый зарей восток. Тайна будущего века, перерастающая в миг историю и человека, и немощный его язык. Кто ей проникся, слава Богу, ему сюда возврат. Ее услышавших немного, лишь двое, инок и поэт.